Так, ребята, по прогнозу не должно быть дождя. Прекрасный солнечный день. Просто супер. Давление упало. Дождь пошел. Ну ладно, мчим. А теперь как будто дождя и не было. Солнышко. Знаете, какая красота, ребята, впереди. Эх, как красиво. Ребятушки, знаете, какая красотища? Рыбаков тьма сидит. Вот. Вот какое-то место нашли. Ну, даже умывальник есть. Чуть-чуть не совсем, конечно, удобно. Но с рыбаками пообщался, с ночевкой сидят. Сказали, как в корыте. Ни одной поклевки с 7 вечера. А сейчас 7 утра мы приехали. Ни одной поклевки мужички сидят. И на червя смотрю, там и удочки у них, и пружины, и поплавок. Клева нет. Блин, проехать еще. Ну это ужасно. Я не знаю. Ну блин, ребята, ну что вот это такое? Ну это просто жесть. Я в шоке. Ну гляньте, что творить. Ну как тут можно оставаться? Так, друзья мои, решили переместиться на другую сторону реки. Здесь мест нет. А если есть там, ну, непригодные к рыбалке, ладно, едем на другую сторону, новые места будем искать. Так, приехали на другую сторону. Ну, здесь волна, друзья мои, капец. Сейчас нас тут сдует. По прогнозу 7 должен быть ветер, а по факту 27. Ладно, сейчас будем искать местину какую-нибудь. Возвращаюсь обратно на эту сторону. Там дует так, ребята, как с трубы. Не знаю. Сейчас посмотрим. Попробую эксперимент провести. Все хотел. Потому что спорный вопрос получился с кормушкой флетмета. Мне все пишут. Нереально, нереально на них ловить на течении. Вот, они не работают. Вот сейчас попробуем. Попробуем флет. Замутим такую хитрую кашку. Вот и посмотрим, как рыбка будет реагировать на флет кормушку. Фидерок бросим. Проемчик найдем, хоть и рыбаков масса, но пристроимся. Так что видео начинается, друзья мои. Так, ну попробуем один фидерок в этом проеме забросить. Не знаю, как вытаскивать рыбу, но попробуем. Проведем эксперимент. Ладно, делаем прикормку. Так, поймаем, не поймаем. Но эксперимент проведем. Сейчас может выйти солнышко. Ребята, там как с трубы дует. Это ужас. Так, ладно, собираем снасти. Чемоданчик. Тут у меня катушечки, приманочки. Ой, ё-моё, чё у меня тут только нет, друзья мои. Так, сейчас нам необходимо будет в первую очередь забросим. Промерим глубину. Примерно выберем точку для работы. Ну, в принципе, стандартно все, как обычно. Потом делаем прикормки и первый заброс. Так, оп. Так, удочку собрал. Так, сейчас промеримся диппером. Постоянно он меня выручает в таких ситуациях. Блин, ох и волна, ребята. Там, ну здесь как затишек, все равно ветер есть. Ну и стоит шумоизоляция на микрофоне. На той стороне это вообще. Сейчас привяжем и пробьем дно. Узел покрепче, побольше, чтобы у нас не улетел. Сейчас подмотаем диперок. Так, где мой смартфон? Значит, берем дипер. Загрузится приложение.
Так, поиск подключается. Поиск Дипер. На улице холодно. Вода у нас под берегом плюс 22. В принципе, неплохо. Так, слишком мелко. Но мы знаем. Все, ребят, сейчас делаем забросик. Оп. Протянем. Посмотрим, какая у нас обстановочка. Первый пошел. Бам. Есть. Так, поехали подматывать. О, рыбка сразу. Ничего себе. 3,2 метра. Блин, вот тут мы и заклипсуемся. Стоп, как раз он на этом самом стал. Ребята, обратите, на подъеме. И одна рыбка стоит там. Даже не буду протяжки делать. Может, попозже немножко замеряюсь. Вот, вот где мы упали, как раз ступеньки пошли. И глубина у нас получилась 3,20. Я понял. Ага, все, ребят. Так, Диппер, иди сюда. Иди домой. Но это круто. Все, мы заклипсовались. Расстояние, где-то дистанция будет всего 20 метров. Именно на ступеньке. Чух. Вот теперь совсем другой вопрос. Так, стоечки. Стоечки. Так, чтобы нам особо не мешало. Конечно, нам лучше сделать. Постоянно, наверное, выше чуть-чуть сделать, чтобы камыши не мешали. Так, сейчас, ребята, все установим. Опа. Посмотрим, какая почва тут для начала. Хотя стойки хорошие, вот эти. Мы сейчас в корневище их попробуем воткнуть. О, отлично. Винт. Вот, вот, вот. Дырочек. Оп. Если, допустим, сейчас примерю заодно. Нормас. Вообще отлично. Гороховая. Вот, совсем чуть-чуть. Нам необходимо сделать такую интересную прикормку, которая будет на течении, как бы должна быть очень плотная, но в то же время размываться. То есть, чтобы где-то минут 15 она держалась в кормушке. 10-15 минут. Вот такой более-менее между пластилином и между сыпучкой сделать. Что-то такое интересное. Вот сейчас будем пытаться. Так, поехали. Значит, мастырка. Теперь добавляем сыпучку. Посыпал я прикормку со специями. Использую зеленый цвет, но будет в миксе. И теперь сюда добавим еще гейзер. Так, вот эти белые частицы, которые будут всплывать. Все, делаем замес. Все перемешиваем и делаем такой полупластилин. Так, прикормочку сделали. У нас получилась более сухая. Теперь нам необходимо добавить секретный ингредиент. То есть меласса плюс бетаин. Поехали. Вот так вот. Очень вкусно должно быть. Очень вкусно. И снова все перемешиваем. Посмотрим, как наша прикормочка поработает. Так, и у нас получается вот такая вот жирная прикормка. Именно хорошенькая, хорошо лепится. И в то же время она нормально разрыхляется. По течению будет размываться неплохо. Потому что смысла нет. Это флет. Если мы просто сухую прикормку сделаем, обычную, он будет, ну, размываться буквально там за 2-3 минуты. Этот нам вариант не подходит. Вот, только в таком вот виде, я надеюсь, что, я не утверждаю, но надеюсь, что мы рыбку поймаем. При учете еще плохого клева. Так, все, я попытаюсь сделать первые 2-3 заброса без кормления. Тупо пироженка кладем и ждем поклевку. Нет, будем кормиться сухой. Немножко другой прикормкой, без гороха. Так, значит, смотрите. Зеленый болик со специями, соответственно, совпадает прикормка с насадкой. Вот, и красный живой компонент. Вот такой вот бутербродик своего рода. Как и здесь. Красная прикормка, зеленая была смешана. Итак, сейчас, друзья мои, делаем вкусняшку для нашей рыбки. И посмотрим, что многие утверждают, что на течении кормушка не работает. Вот и посмотрим. Оп. Прессуем. Чик. Ой, пироженка какое вкусное. Посмотрите, я палик прям так
Все, делаем заброс. Делаем забросик. Неудобно, конечно, но что поделаешь. Опять придется сидя бросать. Мест нет. Рыба не клюет, как всегда. Так, мы заклипсованы. Нам бояться нечего, в принципе. Оп, щетка. Ставим фидерок. Фракциончик немножко отпущен. Все. Колокольчики. Ну, мы прямо на ступеньку, где нам показал диппер. Такая ступенечка, и на ней стоит рыбка. Осталось ее только соблазнить. Так, ну что. Будем ждать первую поклевку. То есть, в чем удобство, да, эхолота, в любом случае. И что там есть рыба? То, что она не клюет там, это совсем другой вопрос. Но я знаю, что она там есть, и мне ее необходимо как-то соблазнить. Блин, ну сегодня вообще погода некомфортная для съемок. Скажу вам так, температура на данный момент 13 градусов. Ветер космический, блин. А вода, руки моешь, аж горячая, кажется. Ну, 22 градуса, представьте. Вот, ну посмотрим. Осталось же соблазнить рыбку. Нет, если поклевок не будет следовать, значит плотно закормлю. И опять буду отправлять кормушки уже с насадкой. Попробуем так. Так, первая поклевка в течение 3 минут. Что-то небольшое, но есть. На большое не претендуем. О, как неудобно. Ух, какая красотка, ребятушки. Эй, какая жирная. Ну как, флет работает? Вот на течении, пожалуйста. Главное сделать правильную прикормку. И правильно подать ее. Класс. Мне это уже нравится. Так, ребята, рыбка в садочке. Сейчас немножко его вот так приспособим. Ну, неудобно, честно. Условия такие. Так, сделал еще пироженка. Вот такая красавица, посмотрите. Если все правильно подобрать, согласен, рыба небольшая, но это же лучше, чем ноль. И плотвичка зачетная, жирненькая. Так, бросаем. Клипса у нас хоп и сработала. Все в точке. Ждем очередную поклевочку. На, ребят, приятно, приятно. Первую рыбку поймать так со старта. Ну, надеюсь, плотвичка будет проклевывать. Расчет идет как бы на плотву. Не, ну мы не отказываемся ни от карасей, естественно, ни от подлещиков, густерок и лещей. Так, следующая поклевка. Есть рыбка. Ух ты, есть, блин. Есть, 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 только не в камыш. Кто у нас там? Ай-яй-яй. Надо подхватывать. О, красавец. Зачетный карась. Вот кормушечка, а. Все, все засекания, что у плотвы, что у карася. За нижнюю губу. Все работает в тандеме идеально. Даже в комментариях это одно, а вживую, ребята, совсем по-другому. Так, очередная рыбочка в копилочку. Вот 8 минут, 2 рыбки уже. Так, 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 так. Оп. Значит, что? Верхний слой смывается, чпок, рыба берет. Я даже, ребята, не буду менять ничего. Даже опарыш оставлю старого, также и бойлик. Все остается так, как есть. Все кладем снова. Кормушку немножечко, абсолютно вот так вот просыпаем. Так, потому что в самой кормушке корм есть. Вот и смысл килограммы прикормок вываливать, если вот рыбалка идет со старта, то нам показывают, учат. Всегда нужно попробовать сначала. Если рыбка не идет, тогда приманивать. Так, подхватик на всякий случай. Эта местность вообще неудобная. Пускай будет. Вдруг что-то покрупнее возьмется, чтобы вытащить. Так, еще кресло нужно поставить. Блин, ох и ветер, ребята. Так, был ударчик. Спустя 2 минуты. Видно, уже выдрали крючок с пирожина нашего. Ну ладно, все равно подождем. Потому что там бойл и
опарыш. Так просто насадку не сбить. Так, вытянул, ребята, холостая поклевка, опарыша сняли. Ну, поклевище было как ядерное, ну, получше, чем первые две. Ладно, делаем перезаброс. Так, новая пироженка. Отлично, отлично, в процессе, друзья мои. Это самое-самое главное. И снова в точечку, где наша рыбка стоит. Оп, четко все, отлично. Ох, какие удары, ребята. Оп, есть рыбка на крючке. Рыбка на крючке. Это просто крутяк, ребятушки. Это что-то. Поднимаем. Да-да-да. Карасиная морда, скорее всего. Хороший, блин. Иди. Ух ты, ё-моё, иди сюда, иди. Иди, мой хороший. Иди, как же ж неудобно, а, работать. Отлично, ребят. Отлично. Ой, хорошо. Какой круглый, гляньте, какой горбатый. Так, поменял еще болик, содрали все-таки. Вот три рыбки у нас есть. Одна холостая поклевка. В течение, ну, скажем так, 15 минут. Так, все. Бам. Клипса. Оп, есть. Все отлично. Клоц. Мы просто стоим там, где рыбка. Мы просто четко попали. Это меня радует. Все отрабатывает на ура. Фидер. Мягенько. Четко все. Неудобно, но рыба все покрывает. Красивые, хорошие поклевки, мощные. Эти все неудобства уходят на второй план. Так, опять кто-то крутится. Кончик так. Ну и да, мелочь, мелочь. Долбит. Так. Стулочку теперь можно поставить. Оп. Блин, ветерок что-то вообще меня смущает немножко. Оп. Блин. Холостая, ребята, не засеклась рыбка. Ну, клевала зачетно. Ничего, нормально, мы же в процессе. Опарика сорвали. Сейчас вместо красного будем цеплять белого. Попробуем. Хочу, друзья мои, провести эксперимент. Сейчас попробую на кукурузку. Вроде как бы на опарика с бойликами работает неплохо в тандеме. Сейчас посмотрим, как сработает у нас кукурузка. Все, прессуем. Так, что-то кукурузу не сильно хочет. Ветер, блин, в разные стороны, ребята. Не знаю, вообще нелетная погода сегодня. Но, тем не менее, рыбалка есть. Но кукурузку не хочет, даже ударов нет. Уже минут 10. Сюда будет перезабрасываться. Назад вернем, наверное, катыши. О, ребята, это поддавливает. Есть поклевка. Я кукурузу убрал. Ох, не, это уже интересно. Камыш — это плохо. Тихо, 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 тихо. Кто же ты, парень, а? Как я этого не хотел, но, блин, иди, а, свежо. Свежо. Сейчас мы... Куда ты зашел? Блин, шорты намочить. Что ж такое, уже глубина. Так, придется и шорты снимать. Так, вернемся обратно. Так, ребята, разделись. Идем, идем. Так, туда идти. У-у-у.
А, рыба сошла. Блин, зря. Все, рыба сошла, ребята. Все, рыба сошла, рыба хорошая была. Блин, ну, только к камышу подошла, видно, жестко. И капец. Оп. Так, все сушится. Так давило прям на руку. Так, чук-чук-чук-чук-чук. Я потом, блин, ну, я знал, что так и кончится этими тростником. Он сразу в тростник и все. Крючок, естественно. Ах. Ну, ладно, подождем. Значит, еще не поймали мы рыбу своей мечты. Вопрос даже не в том. Вопрос в том, что флет. Ребята, на течении флет. Это для тех, кто в комментариях там писал мне, что он не предусмотрен для течения, только для стоячей воды. Ну-ну. Я вижу. А, блин, холостая. Черт возьми. Ну, мелковато, он еле-еле дюбало. Ладно, сейчас перезабросим. Ребята, процесс идет. Идет полным ходом. Так, так, так. Ну, дюбает, что-то дюбает, ребята, сбивает. Давайте так, чтобы сюжет был более интересный, мы меняем локацию, прем еще 100 км, да, где-то примерно 100-110 км, на другую речку, и попробуем половить там. Ну, что, эксперимент есть эксперимент. Все, собираемся и мчим. Оставляем после себя вот такой вот чистенький берег, даже чище, чем был. Все, ребята, мчим дальше. Разлилась-то река. Так, не, ребят, на этой мы не будем рыбачить. Поехали на другую реку. Я вас покатаю прям. Так, так, так. Да, тут тоже полная водица. Смотри, как все поменялось. Кстати, у меня видосик есть отсюда. С реки Сал. Водолазы ныряют. Подводная охота, наверное. Ух, малька сколько, ребята. Гляньте. Ой-ой-ой, сколько рыбы. Отнерестилась рыбка. Да, все реки наполнились, друзья мои. Ой, ого, какая жаба. Нифига себе, таких не видел реально. Внизу плывет. Так, это у нас вот третья по счету речка. Что, поедем еще дальше. Ближайшая у нас еще речка, там километров 35, наверное, отсюда есть. Посмотрим, что там. Поехали. Сегодня экскурсионный видосик такой. Путешествие даже, я сказал. Я люблю так. Рыба для меня это так, не главное. А вот тут эти все поездочки, это мое. Обратите внимание, какой ветер. Это жестяк. Не знаю, да сниму я видос или нет. Приехал я на речку. Мест нет практически, мусора, как всегда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, сейчас буду спускаться, пытаться сделать первый заброс. Так, сейчас, ребята, соберу заново фидер. Там от самой картинки не ужасайтесь, там реально мусора дофига. Ну, пристроиться сейчас по возможности, естественно, уберу, что смогу. Чтобы хотя бы часика два еще постоять с пледом и закончить наш эксперимент. Ураганище, это просто не передать. Не знаю, как оно пойдет. Там на первой речке вообще было все хорошо. Вот, там прикормка еще остатки остались. Ее мы и замешаем. Сейчас сразу фидер соберу. Вот. Так, теперь нам необходимо аккуратненько спуститься. Не травмироваться. Фу, блин. Вот, за вот эту грязь я и говорил вам. Ну, я физически не способен это все убрать, как бы, ну. Но это печально видеть такое. Ладно, делаем сейчас заброс. Так, колокольчики на базу. Что у нас остатки прикормки остались. Есть? Да, есть, есть еще. Вот ее доработаем. Попробуем на этой речке порыбачим. Эх. Тенек прятать опарыши, иначе будет беда. Так, все по старому принципу делаем. Оп. Так, есть вот так.
Все, отправляем. Единственный момент, пока не промеряю. Сильная волна, не хочу. Пускай, может, чуть-чуть. Так, течение, друзья мои, нехилое, я вам хочу сказать. Ладно, сейчас ставим. Вот так. Так, ну, надеюсь, тут рыбку тоже поймать. Вот так вот. Так, ребята, был удар. Скорее всего, нужно перезаброс делать. Рыбки нет, ну трухануло хорошо. Блин, там ветер на углу, спускается вниз, солнце печет. Ну такое, не самая лучшая погода для рыбалки. Сейчас посмотрим, может сорвали. У меня здесь бутербродик стоял, как всегда. Опа. Так, друзья мои, есть поклевочка. Есть, есть, есть. Флэдик сработал. Вот, сейчас мы его вытянем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, идет рыбка. Идет рыбка. Кто там у нас? Ух, нифига себе. Вот это слон. Вот это слон, ребята. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин-то сюда с кормаками приехать нужно, а? Ребят. Вообще отличнейший карась. Ну еще, наверное, один забросик. И, в принципе, я думаю, достаточно. Так, ребята, есть, есть, есть на фидер. Блин, пока камера. Иди сюда, мой дорог, глянь. Ага, иди, иди, иди. Огонь. Ох ты, ох ты, ох ты, как. Ох, вот он, ребят. Красавчик. Красавчик. Вот он и флет. Ладно, ребят. Все, хватит с меня на сегодня рыбалки, я вам скажу честно. Обаночки! Аккуратненько за нижнюю губу. Классика жанра. Фух, красавец. Значит так. Мусор, как всегда, меня радовал в течение дня. Объездили сегодня, намотали кучу километров. Видосик чисто экспериментальный. Вот. На эту речку я приеду, может, в другое место. Обязательно на кормачки. Сегодня была интересная рыбалка, честно скажу. Караси, блин, даже какой-то был такой крепыш, с утра пришлось раздеваться, блин, потом сушиться полдня. Покатались, посмотрели на речки. Рыбалочка такая лайтовая, то есть, ну, на жарешку я поймал карасиков, достаточно, более чем достаточно, говорю, за рыбу я не гоняюсь, вот. Поэтому ставим, ребятушки, лайки, если было интересно. Ну, а следующие видосики уже поедем на кормачки, как раз заканчивается уже скоро нерест, запрет. И посидим, на пружинку половим. Всем пока, до новых встреч на канале. Всем пока.